Всем привет! Сегодня будем обозревать все самоделки, которые я сделал за 2 года. Погнали! Начнем с этого стола. Он отличный, он не шатается. Все, кто говорил, что он шатается, он просто катается. В то же время отдельной самоделкой были вот эти вот слесарные тесочки. Примерно год назад я сделал вот этот вот шлифовальный станок из мотора от водонасосной станции. Тут же стоит тумбочка, которой я пользуюсь, когда занимаюсь автомобилем. Все работает. Сверлышки храню теперь вот в таком вот пенале. Если вдруг что-то надо распилить, для этих дел у меня есть вот такой вот, вот такая вот направляющая каретка. Все работает, ничего не ломается. Совсем недавно сделал вот эту вот стоечку для фрезерного стола. С таким интересным открыванием в обе стороны. Чуть раньше, но чуть позже, чем верстак, соорудил стол для торцевой пилы. С такими откидными крыльями, которые позволяют пилить очень длинные заготовки. Для колес сделал вот такую вот полку, поднимающуюся с помощью лебедки. Не могу не сказать про мелкие идеи. Это отвертка-держатель, также болгарка-держатель, также сверла и резцодержатель для токарных работ по металлу и краскодержатель. Полочка длинная с много-много-много отверстиями. Ну и это еще не все. Мы еще с вами не были на улице. Прошу. Чуть не забыл. Конечно же, это струбцинодержатель, который я делал тоже не так уж и давно. И грандиозный, всем любимый трубозагинатель. Никак не могу выйти на улицу. Здесь же по дороге встретил еще одну свою идею. Это обычная бочка, в которой хранятся автомасла и автохимия. Пескоструй. Не сказать, чтобы часто пользуюсь, но уже раза 2 или 3 давал соседу. Он говорит, что пойдет. Качеля для детей, которую я сделал из старых шрусов от 9-ки и различных труб. Она, кстати, разбирается, ее можно очень легко разобрать. Не знаю, как насчет уже очень легко, может уже и не очень, но можно разобрать и увезти в другое место. Грандиозная, всеми любимая бочка для сжигания мусора. Зимняя горка для катания на ватрушках. Мангал с регулировкой подъема шампуров от болгарки. Декоративная мусорка со съемными ведрами. Стол для летних пикников с потайной полочкой, сделан из барабана стиральной машины и профильной трубы. Верхушка сделана из массива сосны. Всеми любимый светильник из старого ведра. Всем пока, до скорой встречи.